Всем привет, с вами я, Сэм. И сегодня я буду искать в лесу еще с ночи слендермена настоящего. Однако перед тем, как я начну, не забудь подписаться на мой канал 10 раз и поставить 20 лайков. Я жду. Поставили? Только начинаем. Перед этим я посоветую вам сами на Альби источник заработка в вашей жизни. Как мне подали, я говорю о сайдешитах продолжения. Итак, я только что возродился на свой обычном самоладе в каком-то лесу. Сейчас ровно причёса ночи, мне будет страшно, и повидя может закончиться в любой момент из-за разрядившейся камеры, и я не смогу заснять слендермена. Ха-ха-ха-ха, я пошутил. Ставь лайк, если понравилась шутка. Ребят, смотрите, тут записка. Что мне написано? Я осуждаю подобные мироведения. Это написал так. И вообще очень плохой человек. Ладно, так или иначе мне надо еще таких всем найти, а иначе слендермен сест меня. Короче, пока я искал слендермена и записки, то нашел на такую конструкцию. Что будет, если в неё залез? Вдруг там слендермен? Слендермена там не было, и я получил электрический разряд. Ставь лайк, если тоже думал, что там слендермен. АМГ, люди, смотрите, я только заметил это на монтаже. Блин, эта локация не перестает меня пугать. Тут столько всякой струнной фигни, смотрите. Оказывается, мне есть еще одна записка. Кантрон? Так не запрещал. Ха-ха, очень смешно. Ребята, смотрите, Кализе он. Слендермен настоящий. Офигеть, он меня не замечает. У меня идея, давайте посмотрим, что делает в обычное время, пока не охотится на луни в лесу ночью. Так, откуда и от, докуда, непонятно. Ребята, напишите в комментариях, что сейчас было. По-моему, откуда-то пропал, только не знаю куда. А это что за писка? Что мне написано? А вернись. А что? А помогите за мной, слендермен. Конница оказывается, он меня заметил и телепортировался ко мне. Теперь он бежит за мной, а я не помню. Ты мой самолад. Я сейчас устану бегать. Я. Я надеюсь, он меня не доконит. А пока я вам расскажу о такой замечательной стриминговой платформе, как Оркомье. На этой платформе у вас будет полная свобода слова, и вы познаете сами энергию.